Приветствую всех зрителей канала Fashion TV. С вами Джей, Катя Гусева. Вы смотрите третий дневник новой волны. И сегодня один из ярких дней. Наши дизайнеры подбирают второй образ для своих участников конкурса. Режиссер очень требовательный, вот, и, конечно, не получилось совсем так сделать тот лук, который нам хотелось, вот этот красивый пиджак, который мы специально отшили для нашей конкурсантки, к сожалению, не попадет на конкурс. Да, очень красивый. Вот. А почему, чем, как ты думаешь, он не понравится? Может быть, он просто затмевает саму участницу, ее песню? Нет, просто режиссер решил, что это слишком ярко. У нас самый красивый участник – это Кристиан Киасару из Эстонии. Все, что на него не наденет, это просто подарок для дизайнера, это лучшая модель. Мы, кстати, его уже к себе тут же приспособили на неделе моды. Договорились уже. Да, уже договорились. Значит, на его выступление нам утвердили несколько луков, но мы остановились на последнем. Так, и что же это? Это вот такая вот асимметричная рубашка с элементами деконструкции. Ему очень идет черный цвет, просто огонь. Вот. Она у него будет с черными полуспортивными сникерсами и укороченными брюками. В данный момент вовсю идет репетиция. А я хочу поблагодарить нашего официального партнера, компании Dell. Они самые стильные и инновационные. Участники группы из Молдовы, Brios NRS. Прекрасные ребята, замечательные тембры у всех. Просто слушать одно удовольствие. Первый раз вижу такую группу, чтобы они не соперничали. И когда их одеваешь, они вот разные. У нас три дня, все три дня в разном стиле выступления. С дуэтом у нас Стас Пьех, и одежда немножко такая более спортивная, рваная. Ну, прям кусками по пятнам. И мальчики очень помогают, потому что они сразу в нее вливаются, чувствуют себя комфортно и в костюмах, и вот в этом выходе спортивном. В общем, молодцы, нет слов. Смотрите дневники новой волны на канале Fashion TV. Все самое интересное еще впереди. А с вами была я, Виджей Катя Гусева. Оставайтесь на фэшне. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.